Грузии, где проводят, кстати, очень интересную экстремальную гонку в Джужа Рейс, куда съезжаются каякеры со всей России и из Европы. Экстремальная гонка. Ну, а Миша Агеенко, по-моему, руководит сетью автосервисов. Вот так вот разложилась судьба такого московского сильного каякерского трио. Не хочу Богдан. Не хочу Богдан, молодой гонщик 2002 года рождения. И совсем скоро. Ага! Вы посмотрите, Шабатин Михаил 88-94. У него результат. Показал время хуже, чем Инкин Никита, но проехал трассу чистый. На данный момент у него вторая позиция. Ну что ж, мы можем уже точно поздравить пьедесталом почета Инкина Никиту и Шабатина Михаила. Напоминаю, это предварительные результаты наших соревнований. Окончательные результаты вывешиваются на информационном стенде за подписью главной судьи наших соревнований Татьяны Анатольевны Катериной. Поэтому то, что мы говорим, то, что мы объявляем.